Купил дом и остался на улице. Под Киевом, в поселке Гнедин, вооруженная банда из 6 человек пыталась отобрать жилье у нового владельца. По словам потерпевшего, после приобретения недвижимости он разрешил бывшему собственнику остаться на некоторое время. Но когда этот срок истек, на территории усадьбы появились неизвестные и буквально выгнали мужчину на улицу. Он обратился в местную полицию, но там почему-то не отреагировали. Позднее нарушителей все же задержали. Во время обыска у них обнаружили оружие. Преступники приехали из Сум. Как выяснилось, это не единичный случай захвата жилья в Бориспольском районе.